Hola, amigos! Сегодня мы с вами путешествуем по всемирно известному винодельческому региону Испании Приорат. А начнем мы свое знакомство с деревушки Сиурана. Это, пожалуй, самая атмосферная и фотогеничная деревушка в Каталонии. Это такая жемчужина среди скал. Высота 730 метров, полная круговая неприступность и единственная горная дорога, ведущая в деревушку, впечатлит не только путешественника, но и опытного скалолаза. История Сиураны связана с эпохой завоевания Испании арабами. О чем и говорит неприступная крепость 9 века. Отсюда и легенда о вероломном предательстве и гибели прекрасной сарацинской принцессы Абд-эль-Азия. Чтобы не попасть в руки христиан, она сбросилась на своем скакуне в глубокую пропасть. Затем мы продолжим знакомиться с виноградниками и винными погребами региона Приорат. А вот вы знали, что еще 30 лет назад мир не слышал ничего о Приорате? А сейчас это топ вин в любой дорогой коллекции на планете. На это есть три основные причины. Первое. Все знаменитые европейские вина брали свои корни при монастырях, постоянно улучшаемых технологиях и скрупулезных заботах монахов. Приорат не исключение. На протяжении 6 веков за этой землей ухаживали картузианские монахи, заботливо высаживая и экспериментируя с виноградной лозой. Вторая причина – это земля, так называемый терруар – совокупность почвы, климата и горного рельефа. Приорат с редкими сланцевыми почвами, окруженными горами Монсант, и поэтому очень жарким сухим климатом как раз попадает в эту категорию. Третье – Приорат может позволить себе только сбор небольших урожаев винограда, хотя и очень насыщенного вкуса. Разрешена только ручная сборка. Вино выпускается небольшими эксклюзивными партиями, что и влияет на высокую цену, неповторимый вкус и мировое признание. Основные покупатели вин Приората – это богатые дома и частные коллекции США, Англии, Швейцарии. И напоследок. В этом затерянном в горах винном раю выращивают миндаль и оливки. Мы обязательно должны посетить и попробовать продукцию с местной деревенской оливковой мельницы. На этом пока все. Не забудьте подписаться на наш канал. И адьос, hasta pronto!